Ну что, всем привет! Всем привет, на канале с вами. Сегодня мы будем жарить шашлык. Сегодня день рождения, и мы тогда мамой будем готовить шашлык. Ну что, у нас ужин такой, да? Да. Мы решили приготовить шашлык собственного приготовления, да, не выходя из дома. Как это можно сделать, мы покажем сейчас. Для этого нам что нужно будет? Это что у нас, друзья? Это у нас лук. Правильно. Лимон. Лимончик. Лимон, лук. Мясо. Возьмем такую филешку, да? Филе куриную. Ну и, соответственно, купили вот такой красивый кусочек мяса, чистая мякоть. Ну и что ж, еще немножко соли. И будем делать обычный простой рецептик. Да? Я отрежу вот этот хвостик. Ну, давайте с куриного начнем. Сейчас я только все здесь порежу. Папа, ну как? Друзья, смотрите, как? Вот что у нас есть. Это такая вот чудесница-кудесница, шашлычница. Вот с помощью ее электрической шашлычницы можно приготовить шашлычок. Все очень просто. В этой кудеснице есть вот такие шампура, их 5 штук. Вот есть такая вот лампа накаливания. Под эту шашлычницу готовить мяско и насаживать шашлычок вот на эти шампура. Я уже лимон порезал, у меня растекло. Ну, молодец. А я займусь мякотью. Так, будем делать аккуратненькие кусочки, да? Вот такие пойдет? Да. Так, и будем складывать вот наш вот такой вот маленький тазик. Мяско готово. Теперь что мы будем делать? Давайте туда нарежем лук. И потом. Смотри, такая штука у нас есть. Никак, папа. Давай. Никак, папа. Опа, осторожненько здесь, смотри. Здесь можно порезаться, поэтому есть специальный вот такой приборчик у нас, где мы можем сюда, смотри, насадить. Опа! Пап, я тоже хочу. Да, ну давай, все, вперед. И первый давай. Ты сначала. Хорошо, смотри, как это делается. Берешь вот так вот, раз. Мы, кстати, можем сделать, чтобы колечки получились побольше, отрегулировать ее. Поехали. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И смотри, какие красивые. Смотри, какие красивые кругляшочки получаются. Да. Вот, смотри, с дырочкой. Здорово. Глаз мой. Да. Ну что, ты попробуешь? О! Конечно. Давай. Только это нужно давай делать аккуратно. Правильно, давай вместе. Ты будешь держать, а я тебе помогать. Готов? Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, смотри. Чей-то я лучок? Плачу. Ну, это от лука. Так, лучок от себя тогда убираем. Так. Папа, давай ты здесь. Я больше не могу. Все. Иди пока умойся холодной водой. Хорошо. Так, а у нас готов лучок. Мы его добавляем. Папа. А ты есть меня? Я пока лук. Мне уже прошло. Все прошло? Отлично. Так, привет, меня. Смотри, как красиво получается, сынок. Папа, ай.
Смотри, красиво как получается. Папа, убирает у меня лук. Хорошо. Лучок я от себя убираю. Так, ну нам нужно нарезать лимончик. Лимончик вы уже начали резать? Да. А я вам тоже помогу. Договорились? А можно я тоже с тобой вот этот лимон большой? Ну давайте, я вам отрежу. О, попка. Попочка. И дальше режем. Давай, парочку вот таких вот. Можно теперь я? Давай, только ты детским ножиком, хорошо? Попробуй. Угу. Получается? Но он немножко, наверное, у тебя туповатый, да? Угу. Надо его... Поэтому давай, здесь уберешь, а? А мне надо помочь. Мне надо его косточкой. Косточка, давай, вытаскивай. Там две. Так, порежем тоже, друзья, на долечки. Как вкусно лимончиком запахло, да, сынок? Все, лимончик мы тоже бросаем сюда. Нам осталось посолить. Кто будет солить, помогать? Я. Давай. Так. Папа мне красит. Глазки щипят себе. Да. Ну это лучок. Я мою глазки. Все, иди, ты тоже мывай. Холодный день. Угу, холодная водичка. Все, получилось? Давай папа еще тоже немножко тебе поможет. Вот так немножко присолим. И самое главное, что мы купили. Вот такой специальную приправу для шашлыка. А еще, пап. Она продается только в специальных местах нашего города. У пару-троечек человек, которым нужны настоящие специи. Тут, понюхай, как пахнет. Тут все есть. И зелень, и перчик. В общем, все есть. Давай, тоже специями. Потому что без специй шашлык будет не такой вкусный. Давай специи. Ну, так маловато. Мы можем так по-взрослому. Вот так. Хорошо просыпать все это дело. Теперь Володенька чуть-чуть нам поможет. Давай. Давай, Володенька, сюда сыпь. Еще чуть-чуть. А мне уже 3 сказки кругов. Ну, все. Вот так вот, друзья. И что делаем? Все это дело перемешиваем, да? Аккуратненько. Чтобы ничего не упало. Потом ручки с вами помоем. Ну какой что? Звук смешной. Будешь помогать? Да. Давай, перемешивай. Папа, я... У меня слизняка на руке. Папа. Ну что, получилось? Я хочу еще. Давай сейчас. Перемешать. Давай еще чуть-чуть. У меня слизняка на руке. Все, теперь надо его будет под прессик нам поставить. Папа, я буду мыть койки. И он у нас немножко настоится. Пропитается ароматом специй. И мы можем его уже готовить. Договорились? Да. Все, идемте мыть руки. Сосычком пахнет уже. Вот так вот делаем. Раз, и сюда грузик сейчас поставим. Все, и в холодильничек. Ну что, теперь с этим мяском. Процесс пошел, и у меня все хорошо. У нас тоже. Вы мои помощники. Вот мама обрадуется, да? Она вас любит шашлычок? Да. Правда, любит на костре, на природе или на даче. Ну, когда нет такой возможности, да, как сейчас, поехать на дачу, там снега много, мы нашли выход из этой ситуации. Да, Владюш? Угу. Мы купили электрическую шашлычницу, и она нам здорово помогает.
Жука, на лике, жука. У тебя тоже на лике? Я пойду помою глазки. А, это от лука. Все, мяско мы нарезали. Давай, Володя, покажем нашим друзьям, подписчикам канала. Вот такая красота. Ну что, друзья, смотрите, какой шашлык у нас получился. Мне ну, три. Ну, нравится? Да. Ну-ка понюхайте, какой запах. Лимонный шашлык. А, классно, да? Ой. Ну что, у нас есть шампурочки. 5 штук. Да. Давайте папа сейчас будет их насаживать. Вы мне будете помогать. И потом поставим вот на такую у нас шашлычницу. На панельку. Итак, друзья, смотрите, у нас вот такой шашлычок. Насаженный, красивый получился. Но для того, чтобы он у нас не падал, мы берем такие кусочки картофеля и просто насаживаем. Так, смотрите, фокус. Теперь ставим нашу штуку красивую, включаем ее в розеточку, только пальчиками туда не трогать. Уже полезно, начала крутиться. Начала крутиться. Это так. Очень хорошо, друзья. Напомнили. Теперь мы сюда шашлычок вставляем. Так. Будем смотреть, как они крутятся. Как пойдет запах, мы сразу оденем крышечку. Пойдет. Чуть-чуть. Да, пап, чуть-чуть нагрелось уже. Как красиво. Накрываем нашу шашлычницу чудесницу. Все. И оставляем на 15, максимум 20 минут. Курочка готовится быстро. Как будто как на даче. Как на даче. Как будто на далечке, да? Как на костре смотрит. Да. Здорово, да? Теперь мы так оставим. Сейчас возьмем один лавашечек. И попробуем мы. Да. Держи, это тебе. Все, вот сюда мяско выложим. А теперь нам нужно подготовить соус, друзья, да? А мы пока, друзья, будем с вами нарезать зелень. Смотрите, какая у нас штука интересная получилась к шашлычку. Так. Это у нас готово. Как мяско. Как у меня вот. Как у скелета.
привидение. Вкусненько, да? Просто красотища, друзья. Осталось нам совсем чуть-чуть. И скоро будет он готов. А мы, смотрите, что еще отправим. Компот. Бабушкин компот. Бусин и вон. Стой, а давай свечку покажем. Ну что, давай сделаем первую проверочку. Аккуратненько сними. Вау! Вау! Круто? Да. А запах какой? А там масло почему-то лежит. Снизу. Оно топится. Красотища, друзья. Красота какая. Ну. Мне надо вилку. Готов? Угу. Точно? Угу. Сейчас маме дадим попробовать. Папа, дай мне вилку. Очень готов. Друзья, папа, дай мне. Все, друзья, шашлычок готов. Будем вытаскивать. Стелим наш лавашек. Что там? Так. Так. А какая? Так. Так. Можно я один возьму? Помидорчики. Можно я один возьму? Соус. Вот я одну папу возьму. Все, сейчас возьму что. Нет. А какая? И зеленушечку сверху. Вот такой вкусный шашлычок. Будем пробовать? Я, наверное, тоже так думаю. Все-таки то, что приготовлено руками мужчины. Вы посмотрите, какая красота. Вы такие молодцы. Вы такие повара. Вы готовите? Да, мама, Сашик. Палец вверх. А если не готовите, палец вниз. Наступаем. Ну как, пап, стаканчики захватил? Папа. Так, это детка. Так, а вот еще один стаканчик не вижу наш. Вкусно, мам. Волшебно. Это, наверное, потому что вы папе помогали. Вкусно? Да. Такой вкусный, что прилип я к себе, да? Давайте мамочку поздравим. Спасибо, друзья. С днем рождения, наша мамочка. Так здорово, что вы у меня есть. Ура, друзья, давайте. Друзья, красивый наш шашлычок получился. Да. Кому понравился, палец. Снежный. Всем пока, подписывайтесь на наш канал. А с вашим временем будет стало красивым. Пока-пока. Ставьте лайки. Ням-ням-ням. Переходя по другим ссылкам, вы найдете для себя еще очень много интересных видео. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал и поделись видео со своими друзьями в соцсетях. Пока-пока!